Представляю вашему вниманию автомобиль Шмель 11B, смонтированный на базе Ford Transit. Данный комплект оборудования предназначен для безвоздушного нанесения линии горизонтальной разметки как в сплошном, так и прерывистом виде. Данное оборудование предназначено для нанесения горизонтальной дорожной разметки краской. Можно наносить линию в сплошном и прерывистом режиме. Ширина линии от 10 до 40 см. Данное шасси можем разделить на три основных элемента. Силовая установка, емкость для материала, а также разметочный блок. Возможно комплектование еще дополнительным одним разметочным блоком. Силовая установка состоит из двигателя не менее 17 кВт, насоса гидравлического и бака, а также компрессора, ресивера и помпы краски. Емкость для материала разделена на две части. 240 кг занимает емкость для стеклошариков и 360 кг для краски. Опционально на данном автомобиле установлено оборудование для вакуумной закачки краски. На данном оборудовании есть возможность подключения другого цвета краски. В базовом блоке разметки установлены две пары разметочных пистолетов. Покрасочные пистолеты и посыпочные. Опционально возможна укомплектация автомобиля правым разметочным блоком, а также возможно укомплектовать еще одной парой пистолетов для нанесения краевых линий или возможных комбинаций. Вакуумная закачка позволяет облегченную загрузку материала как с земли, так и с другого транспорта. Длина загрузочного шланга составляет 3 метра. Это все, что мы хотели вам рассказать о Шмель 11B. Все вопросы уточняйте у менеджера по продажам фирмы Steam. Данное оборудование состоит из трех основных элементов. Силовая установка. Блин, да что ж такое? Да. Помощность, наверное, это значение не имеет. Тяжело, блин. Сейчас подожди, только соберусь я этот вот. Так про что? Про блоки? Как тебе душа? Смотреть, не смотреть или как? 240 кВт. Опционально на данном оборудовании устанавливается элемент для закраски. Система для закраски. Блин, да что ж такое? Тяжело, блин. И как это в интернете говорят? Нет. Ну на камеру как-то тяжелее трынкеть. Собрался, разобрался. Давай. Также есть возможность установить третью пару пистолетов для нанесения. Надо объяснить, для чего третья. Надо объяснять или надо? Есть возможность просто. Для чего третий пистолет? Кран есть еще.